В Приморье количество потопленных домов увеличилось до 523. В край пришла третья волна паводка. Продолжаются аварийные работы. Уже удалось восстановить мост, размытый проезд между селами Ольга и Лозо. В пострадавшие районы доставили 9 тонн гуманитарной помощи. Жители Приморья получили продукты питания, обогреватели, лекарства, посуду и теплые вещи. Сейчас спасатели проводят очистку территории, а также контролируют качество питьевой воды в районе. Это особенно важно, тем более в сельской местности. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в 24 районах края. Общая сумма ущерба может составить около 2 миллиардов рублей. Под особый контроль взяли медицинское обслуживание жителей пострадавших районов. Всего за помощью к медикам с начала сентября обратились около 4 тысяч человек. В основном люди жалуются на простуду и инфекционные заболевания.